По данным на 1 декабря, от многодетных семей области поступило 1743 заявления. Наибольшее их количество в Кургане – 779, в Шадринске – 253, Китово – 274. С момента действия закона предоставлено 402 земельных участка, что составляет 25% от общего количества граждан, состоящих на учете. Администрация города Кургана во втором квартале 2012 года сформировано 103 земельных участка площадью от 700 до 1600 квадратных метров в поселке Чистое поле. Из них предоставлено 89 земельных участков. В следующем году власти Кургана планируют выделить только 100 участков. Однако такими темпами процесс растянется как минимум на 8 лет, говорит Олег Богомолов. Глава региона потребовал увеличить темпы работы. Не менее остро стоит вопрос и об инфраструктуре выделенной земли. На сегодня из предоставленных 400 участков лишь 15% семей имеют возможность подключения к электросетям, 27% к водопроводу и 5% к газопроводу. Олег Богомолов потребовал создать рабочую группу, которая подготовит документацию буквально по каждой семье. Все должно быть проработано со всеми муниципальными образованиями. Декабрь, январь, в феврале мне на утверждение документ по реализации закона и поручения президента. С разбивкой по годам, пофамильно, с решением вопросов, связанных с оказанием поддержки пофамильной по каждому муниципальному образованию и контроль исполнения. Другого варианта для решения задачи я просто не вижу. Четкая программа решения задачи по выделению участков с указанием конкретных сроков и исполнителей должна появиться к февралю 2013 года. Марина Белкина, Василий Малухин, Виталий Грызлов, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру».